Здравствуйте, друзья. Сегодня у Бориса Паланта отгул, заработанный выходной. Сегодня у нас в эфире Константин Натанович. Что вы нажали? Запись. Все, вот он появился. Зачем вы включили запись? Не надо. Мы уже в эфире. Я вам пришлю запись, я же вам сказал. Это нас очень замедляет. Константин Натанович Боровой, известный своим несговорчивым характером, приведшим его на самую... можно сказать, вершину российского политического олимпа, истеблишмента, телевидение, слава, книги, популярность, непопулярность, ненависть, изгнание из истеблишмента, изгнание из России. Константин Анатольевич, вкратце, что я пропустил? Ничего не пропустили. Вы просто ничего не назвали. Да, из да. того, что нас. Но мы постепенно раскрываем. Мы раскрываем большую только книгу. Только я вас не вижу. Это ничего, Юр? Вы сейчас меня увидите. Вы запись выключили, да? Выключил. Хорошо, будет лучше. Честно, я вам пришлю запись, не волнуйтесь. Друзья, ну вот наши как бы технологические разговоры совершенно не должны замутнять нашей важнейшей темы, которую сегодня мы решили коснуться. Константин Натанович уверяет, что он во многих своих университетских лекциях освещал эту тему, но поскольку мы уже за пределами университетского возраста, большинство из нас, то мы с удовольствием хотим услышать его рассказ о том, когда и был ли такой момент вообще когда-либо, когда Россию после перестройки хотели повернуть в сторону того, чтобы Россия стала страной, приемлемой для мирового сообщества, жившей по законам, которые хороши, но для большинства подавляющего ее граждан действительно экономически и морально, а не так, как сейчас, когда люди в основном поддерживают российскую власть по, ну, не побоюсь этого слова, недоразумению. Советскую власть я называю власть Путина, потому что она прямым является продолжением того, что было до 1991 года. Итак, Константин Натанович, как это было? Почему? Было ли намерение, в принципе, повернуть Россию по капиталистическому пути развития? Ну да, конечно. Я все равно вас не вижу до сих пор, Юр. Я пока буду работать вот над этим, а вы рассказывайте. Да, да. Значит, во-первых, я хочу начать с цитаты очень известного грузинского политика, который говорил, что демократия – это вам не лобио кушать. Очень глубокая мысль, такая мудрая. Лобио считается, в общем, такой пищей простых людей. Вот. Не лапшем щи хлебать по-нашему, по-русски. Да, да, примерно так. Вначале все было хорошо. И более того, тенденция создать такой государственный капитализм, я ее своими силами пресек с помощью Геннадия Эдуардовича Бурбулиса, вопреки усилиям Юрия Михайловича Лужкова, государственного капитализма, я ее пресек. Это моя заслуга. А Борис Николаевич Ельцин был настроен очень серьезно строить демократию. Он был фактически лидером межрегиональной депутатской группы, куда входили Андрей Дмитриевич Сахаров. Там было очень много достойных людей, очень много. Афанасьев. Я всех даже перечислять не буду. То есть их достоинство в том было, что они действительно хотели что-то сделать, приличное слепить из остатков, из обломков Советского Союза? Они были последовательными демократами. И они хотели строить демократию в Советском Союзе, сначала в России,
потом. И Борис Николаевич был секретарем обкома Свердловского. И выбрали его, так сказать, потому что он, ну, сам выбрался. Он стал активным таким проводником идей демократии, вышел из КПСС, когда еще мало кто выходил так демонстративно. И заявления его были очень серьезные. Он говорил о том, что надо строить демократию, надо ликвидировать КГБ, надо судить и запрещать КПСС. Но постепенно победила все-таки вот эта его внутренняя убежденность секретаря обкома. Он родился секретарем обкома, он не понимал, как управлять федерацией, как управлять демократическим государством. Это действительно трудно. Возник в Татарстане такой очень сильный лидер Шамиев, который хотел быть лидером Татарстана, который как в федерацию входит в Россию. Он начал создавать свое министерство иностранных дел. Там была ситуация, когда многие регионы, во главе которых были коммунисты, они начали ставить эксперименты коммунистические. Регулирование цен. Там. Вот одному из лидеров регионов, Росселю, это Уральский регион, ему это очень не нравилось. Он тоже начал говорить о необходимости федерализации. И, в общем, федерация была создана. Конституция, которая принята была в 1993 году, это была конституция федеративного государства. Но Ельцин не умел управлять федеративным государством. Он произносил красивую фразу: «Забирайте свободы столько, сколько хотите», но свободу не давал. И вот чеченская война, она на самом деле началась почти сразу после принятия Конституции, когда Ельцин испугался слишком больших свобод регионов. Ему казалось, ему подсказывали многие из окружения, что он теряет власть, что его власть слабеет, что регионы получают слишком много самостоятельности. И вот тогда была начата чеченская война. Дудаева, который говорил о независимости, экономической, политической независимости, Ельцин решил проучить. И в этот момент закончилась демократия в России, потому что началась имперская война, потому что к власти начали возвращаться силовики и чекисты. В 1995 году министром иностранных дел вместо демократа Андрея Козырева стал Евгений Примаков, один из руководителей КГБ. Идея о ликвидации КГБ, она потихонечку умерла. Ельцин вначале произнес очень правильную фразу: КГБ – нереформируемая организация, ее надо ликвидировать. Но уже в 1995 году многие в окружении стали подсказывать Ельцину, что КГБ можно использовать для своих целей. И вот Примаков – это первый такой эксперимент – позвать во власть одного из руководителей КГБ. Но потом они как тараканы, они полезли во все щели, кадры, в правительство, ну везде. В первом правительстве
как потом оказалось, было несколько сотрудников в гайдаровском правительстве, несколько бывших сотрудников КГБ, которые не теряли связи с КГБ. Константин, а вот смотрите, есть такая теория, что американцы все это устроили, перестройку, там вот этот вот капитализм кошмарный 90-х годов. Вы что-нибудь можете добавить вот, по этой теме? Были ли попытки какие-то поучиться капитализму у заграницы, привлечь экспертов? Я знаю, что эксперты были привлечены в 96-м году, когда были перевыборы Ельцина, да? Были специалисты по ведению кампании, даже сделали фильм, по-моему, HBO художественный про то, как приехали американские политтехнологи проводить кампанию Борису Ельцину. Как-то вас это коснулось, весь этот процесс заграничного вмешательства? Ну, конечно, когда мы создали биржу, мы пригласили несколько компаний помогать нам строить рыночную экономику. А Salomon Brothers появилась компания, и, в общем, помогали нам. Ну, много, несколько компаний, но это не было такое, знаете, ну, какое-то доминирующее влияние. Это было сотрудничество взаимовыгодное. А вот то, что, о чем вы говорите, 96-й год, это, ну, пиар-компания. Угу. Это не... Да. Капитализму это уже не имело никакого отношения. Я это привел как пример того, что, в общем, консультировались у тех, кто, у кого в этом плане, ну, считается больше всего знаний, там, умений и приемчиков пропагандистских. Появилось очень много компаний западных в России, но их очень, наоборот, очень сдерживали. Вот, скажем, Юрий Михайлович Лужков, мэр Москвы, угу. Он просто не допускал на рынок иностранные компании. Он говорил, что мы сами справимся, нам никого не надо. И, собственно говоря, два механизма, два пути существовало для внедрения рыночной экономики. Это путь балтийских стран, полностью открытая экономика. Пришли крупные компании, западные банки, инвестиционные компании. И, ну, через некоторое время стала полноценная рыночная экономика. И путь такой довольно уродливый, российский, когда и украинский, к сожалению, когда на рынок очень ограниченно допускались компании западные. И была попытка все делать самим. То есть вот эти залоговые аукционы, это фактически ведь попытка разделить собственность вот эту советскую между своими олигархами, своими компаниями и не допустить при этом западные компании, не допустить полноценной конкуренции. Вот. Это то, что создало в будущем очень сложные условия для экономики. И то, что, кстати, помогло Путину в процессе монополизации экономики. Собственно, Путин же ведь, его окружение, они не участвовали в конкуренции. Они просто перехватили несколько ключевых компаний, вот таких, искусственно созданных, и стали ими владеть, и, собственно, им в руки перешла вся такая сильно сконцентрированная, сильно монополизированная экономика. Ну вот если себе представить, что, конечно, масштабы, допустим, любой из прибалтийских стран или даже всех вместе, они несопоставимы с огромными масштабами просторами России. И если себе представить, что Россия полностью открылась бы западному капиталу, Советский Союз, бывший тогда,
ну, стал Россией, открылась бы западному, восточному, северному, южному капиталам, чтобы осталось во владении местных людей. Это, объективно говоря, кажется маловероятным, что на тот момент, ну, могли там с дубьем, с ружьем стоять на защите своего совхоза, да, допустим. Вот не продадим ни за какие деньги. Вы правы, директора, красные директора, они создали такую ассоциацию, они выступали категорически против приватизации вообще, и для них был придуман специальный механизм. Вот, скажем, был такой завод ЗИЛ огромный, или завод АЗЛК. Они не приватизировались. Фактически эти заводы перешли в собственность менеджменту, менеджерам. ЗАО образовали. И еще почти два десятилетия эта уродливая конструкция продолжала выпускать москвичи, собранные из Роллс-Ройса, Рено, ну, в общем, такое, знаете, странное сочетание. Вот. И то же самое с ЗИЛом было. То есть в 91-м году было большое совещание по этому поводу. Почему-то оно было в Кремле, выступал я, выступал, естественно, за немедленную приватизацию вот этой автомобильной промышленности. И выступил лидер красных директоров Аркадий Иванович Вольский и сказал: Константин Натанович, пожалуйста, позвольте нам несколько лет, 4, ну максимум 5 лет, не приватизировать автомобильную промышленность, а наоборот обложить дополнительным налогом западную автомобильную промышленность. Через 5 лет у нас будет собственный автомобиль. Современный, очень продвинутый, развитый. Вот. И тогда уже будем заниматься приватизацией. Но это фикция оказалась. Никакого автомобиля, естественно, не было. Продолжали выпускать. Это называлось «Князь Владимир». «Москвич», у которого двигатель был от Роллс-Ройса, что ли, я уж не помню. Кузов. Тут кучеряво от Роллс-Ройса. От Пежо. Ну, тут странное какое-то сочетание. Ходовая часть от Вольво или от какой-то другой модели. Вот они выпустили несколько таких моделей, которые, естественно, никакой конкуренции не выдерживали. Они были очень дорогими, ломались. И это все закончилось... коллекционные сегодня модели. Да. Это закончилось очень плохо. Теперь АЗЛК, ЗИЛ – это площади, которые сдаются в аренду фирмам. И очень странные люди владеют этими площадями. Те же чекисты, кстати говоря. Ну, вы знаете, вообще я вот часто провожу какие-то для себя просто небольшие... гуглование, такие Google Parties из одного человека состоящие. Я просто в Америке очень хорошо знают об этом. Вы же знаете, что в Америке совершенно бешеные коллекционеры автомобилей, правда? Вот каждая модель, без исключения, ну, вплоть до «Жигулей», про которые точно известно, что это «Фиат», да, там 50 какого-то года, я не помню. Нет, 60 какого-то года. Но каждая из моделей, начиная с Русабалта, который Ленина там, говорят, возил, и Победа, и Волга, и ЗИС, и ЗИМ, это все более или менее удачные копии западных автомобилей. То есть и Победа, это в основном это американские модели. М-ка — это Opel автомобиль, Москвич — это Opel взят за основу. И
Что еще самое удивительное, конечно, это история запорожца, естественно. Это автомобиль, который вот недавно был реанимирован компанией Fiat. Этот Fiat, по-моему, 5000 назывался. Малюсенькая машина просто, которая натягивается на руку. И ты на ней ездишь. Она была воссоздана вот после того, как Volkswagen первый сделал свой новый Жук, да, новый свой Beetle. И все пошли по стопам. Мини Купер потом пошел, теперь пошел Fiat. И вот этот Fiat, самый-самый старый Fiat, который вот один человек может поднять, по-моему, эту машину. Очень маленькая, очень компактная, очень, похоже, приятно сделана. Я никогда ее не водил, старый Fiat 5000. Но ее взяли в лицензию югославы. На заводе «Застава» стали делать свою версию. Она была где-то в полтора раза больше, чем итальянский оригинал, потому что запаковать уже не удавалось вот так вот плотно все. «Застава» делала свои машины. У этой «Заставы» взяли «Запорожец». Он еще увеличился в размере, потому что навыки мастеров были, соответственно, еще ниже по сравнению с итальянцами. Ну и вот этот «Запорожец» верой и правдой прослужил так много лет, и уже следующий «Запорожец», вот этот вот глазастый, он больше всего похож на одну из моделей BMW, взятую, видимо, за вдохновение. Ну, такой, опять же, тоже 60-х годов, такая глазастая, с большими стеклами. Симпатичная на вот взгляд сегодняшнего человека. В Советском Союзе он назывался «Горбатый». «Горбатый» назывался, «Жопик» назывался, что еще было там у нас? Но автомобили, я помню, вы на чем ездили в Советском Союзе для начала? На «Жигулях». Но у меня на «Запорожце» я тоже ездил. У меня у соседа был «Запорожец», и он его не мог завести. А у меня, я рукастый такой, по образованию инженер, по первому. Вот я его чинил, заставлял двигаться. Сосед очень доволен был, когда я восстанавливал этот «Запорожец». Мы вместе катались. По карбюраторным не скучаете двигателем? Я регулировал клапана при минус 25 градусах температуры в Москве. Это такой эксперимент. То, что касается вот этих моделей, которые начались после 90-х годов, это не были, знаете, какие-то эксклюзивные, интересные модели. Дело в том, что это все делалось для того, чтобы освоить средства, выделяемые государством. Вот принимается решение поддержать АЗЛК, завод Ленинского комсомола, этот «Москвич». Угу. Выделяются деньги, разрабатывается модель «Князь Владимир», вот этот вот с кузовом «Рено», угу, двигателем «Роллс-Ройсом», ходовая часть от «Мерседеса». И цель не создать новую машину, а цель освоить государственные деньги. И чем больше туда засунется, чем дороже, так сказать, все это будет, тем лучше. Это, форма такого воровства, что ли, государственных средств. На тот момент, когда вы были близки к правительству, вообще стояла позиция, вот моральный кодекс строителя коммунизма, создание нового человека, новой морали. Вот как-то от этого отошло правительство, да, ощущение, когда состоялась перестройка, когда пришел Ельцин, это было вообще уже полный самотек, да? Или были какие-то люди, которые говорили, нам нужны люди не такие, а такие? Вот эти коммунистические принципы, они, перестали быть модными, естественно. Таким типичным явлением жизни стал молодой предприниматель, который создавал свою компанию,
который занимался челночеством, который создавал свою, там, свой бизнес. Вот. И были скорее такие, знаете, обвинения молодежи в том, что она слишком прагматична стала, слишком ориентируется на ценности материальные, не духовные. Вот. Хотя, ну, я не знаю, мне казалось всегда, что те люди, для которых духовные ценности представляли какой-то интерес, они... Тоже не голодали. Они не голодали, были духовных книги. Духовных ценностей, я имею в виду. Да, я радовался там большому количеству хороших, разнообразных книг, много читал. Перед этим там много лет приходилось читать в перепечатке книги, сам издат. Какие-то слепые копии. Yeah. А тут поэты, прекрасные писатели. Я помню этот «Новый мир» с Солженицыным, зачитанный, замасленный, который там, не знаю, я читал уже, наверное, 100-м или 200-м. А тут появились издания нормальные, хорошие. То есть для людей, которые искали духовные ценности, для них наступило приятное, хорошее время. Константин, если я вам расскажу, в каких условиях я читал публикации «Нового мира» после перестройки, вы меня еще больше зауважаете, хотя я, в общем, недостоин. Когда я собрал стопку журналов, которые я собирался прочесть в ближайшее время, и это был начало 90-х годов, я находился в деревне Сосновка, в Белоруссии, под Слонимом. И выпал раз в месяц, выпадал день, когда надо было пасти частное коровье стадо. То есть в деревне во всех дворах были коровы, и каждый из дворов должен был один раз в месяц пасти общее стадо. И выпала доля мне это делать, поскольку я на тот момент оказался мужчиной на хозяйстве. Можете себе представить, что я иду... Теща моя уехала из Узбекистана и купила себе домик там в деревне, в этой Сосновке. И вот я иду, значит, с большой палкой, и один из мужиков, впоследствии ставший моим тестем там, он со мной тоже вышел в порядке, так сказать, шефской помощи. Я шел, в одной руке у меня был шезлонг с журналами, там 4-5 журналов, я думал, я осилю за один солнечный день. Сейчас Константин вернется к нам. А в другой руке у меня была огромная палка, которую мне сказали необходимо для того, чтобы пасти коров. И я так робко им, значит, повелевал, чтобы они не сходили, они все норовили рассеяться. Ну, а потом уже меня научили такому белорусскому голосу общения с коровами, и я уже совершенно спокойно ими управлял. Вот так целый день я с помощью собаки Трояна и, ну, естественно, до чтения там мало доходило, я бегал вокруг этих коров. У Трояна 60. Был большой опыт. Троян полностью был, горел на работе, Троян был очень преданной собачкой. Небольшой, но очень эффективный. Так что вот я вот таким образом приобщался. Ну и, конечно, да, это были замечательные времена, когда стали доступными все эти вещи, и когда вот почему-то вспомнился мне режиссер Бортко, мы все время вспоминаем фильм «Собачье сердце». Это режиссер, который его снял, фильм любят все. Фильм не имеет, ну, для многих он вообще не подвержен никаким влиянием времени, никаким идеологическим изъянам. Тем страннее видеть сегодня этого режиссера, который топит вообще 1000% за Путина и всех хочет убить, кто с Путиным не согласен, грубо говоря. Ну, так легче выживать. На самом деле, вы знаете, у меня есть знакомый журналист Норкин. Он в свое время был
журналистом такой демократической ориентации, отчаянным демократом. И мы однажды с ним сидели в приемной у Анатолия Лысенко. У меня был какой-то проект, и он собирался начать работать на общественном телевидении Анатолия Григорьевича. И он мне жаловался, что вот зарплата микроскопическая, а у него там своих двое детей, еще двое приемных. И он мне говорил, что просто не знает, что делать. И в конце концов, видимо, вот пошел в пропагандисты от отчаяния. Ну, я думаю, что у Бортко такая же какая-то ситуация, он... Ему хочется работать, ему хочется снимать фильмы, ему нужны деньги. А деньги сегодня в России дают только за лояльность. Да, сейчас, конечно, инвестиции с тем, чтобы в какой-то бизнес твое кино попало, чтобы оно собрало какие-то деньги, с этим в России всегда были проблемы, за редчайшими исключениями. Константин, а вот и мне сейчас вспомнилась программа «Взгляд». Помните, да, такая была? Листьев, Любимов и... Да, Саша Любимов, и да. И третьего я не вспомню, хотя он мне нравится тоже, он до сих пор что-то делает. Политковский. Нет. Не Политковский. Политковского я помню. Любимов, Политковский, Листьев. Ну, я проверю, да, я посмотрю. Вы что-нибудь знаете о том, как это возникло? Это было начинание, к которому приложило что-то вот в хорошем смысле государство, общественное телевидение. Как это все могло родиться? Потому что все, для всех это был такой гигантский глоток свежего воздуха. Ну да, это проект, который начал Анатолий Лысенко. Угу. Тот, кого вы вот упомянули. Позвал молодых ребят, да, он такой зубр российского телевидения, потом академиком был телевизионным. И он начал этот проект, молодые ребята начали, там несколько было проектов, была еще Ханга Лена, которая рассказывала о сексе, такой тоже необычный был. Необычная передача в России, в Советском Союзе, как известно, секса не было, а она, тем не менее, вот рассказывала, это подавалось как борьба со СПИДом. Такая была хитро вывернутая мотивация. Вот. И да, дети говорили, ну, молодежь говорила о сексе, об отношениях, не так, как это принято было в Советском Союзе, о любви только к партии и только к родине, но еще о любви между там молодыми людьми. И вот этот вот проект Любимов... Захаров, есть фамилия того человека, что я не мог вспомнить. И Захаров. Захаров и Политковский, да, Дмитрий Захаров, да. Вот. И они создали такую новую передачу, «Новый взгляд», очень современный. Их пытались закрывать, но они нравились Горбачеву. Горбачев их поддерживал. Тоже такой, знаете, новый взгляд на жизнь. Новый взгляд на явление этой жизни, перестройка, гласность. Да. Ну, я думаю, что это было, в общем, для них они это искренне все делали. Конечно, большой трагедией была смерть Листьева, и она открыла, в общем, эту... Не первое убийство, конечно, было по видного человека в России, но... Оно не, расследование, по-моему, ничем не закончилось. Это все значительно позже началось, когда уже реклама начала приносить огромные деньги, миллионы, сотни миллионов долларов, даже миллиарды, и началась конкуренция за влияние на телевидение.
И Листьева убили, да. То есть по экономическим мотивам, не по политическим? Нет, конечно, политики. Влад был очень осторожен, политически, политкорректным очень человеком. И каких-то резких политических заявлений никогда не делал, нет. Да, это борьба за передел рынков, вот с чего мы, собственно, и начали, с того, как развивался этот капитализм в России, и куда он выплыл в конце концов, и выплыл ли на сегодняшний день. Но этот вот Левиафан, который сегодня показал свои клыки, он как бы находился всегда под поверхностью, да, вот этот аппарат гибистский, который контролировал практически, или пытался контролировать, ну и, в общем, успешно добивался своей цели, контролировать этот новую Россию, новый капитализм, новый бизнес. Без них как бы трудно было что-либо сделать. Или так было не всегда? Так было не всегда. И чекисты первую половину 90-х годов были отстранены от власти и очень переживали. И это была человеческая трагедия. И многие из них начали взаимодействовать с бандитами, настоящими бандитами, такими бандитами-бандитами, криминальными бандитами. А потом потихонечку они начали возвращаться к власти. Ну вот первый признак – это Примаков. Восстановились разные структуры. В 97-м году я написал статью такую, она называлась «Демократия в штатском». А это был термин такой «искусствоведы в штатском», это про чекистов. Вот. Им стали появляться многие люди, которые называли себя демократами, чекисты. И они начинали занимать позиции в правительстве, принимали участие в конкуренции за там, правительственные посты. Вот известные случаи, первые применения этого яда «Новичок», был отравлен в 1994 году еще Иван Кивелиди. Его Виктор Степанович Черномырдин хотел взять в правительство. И на ту же должность претендовал один из чекистов. И вот Ваню Кивелиди отравили. Чекисты просто устранили как конкурента. И стал тот человек, который претендовал. У них нет никаких моральных ограничений. Это я сейчас много об этом там пишу, говорю. Это страшная сила. Это сила опасная, ну, для всего остального мира. Это люди, для которых нету совсем никаких моральных ограничений. Вот мы это видим на примере Украины. Примеров на самом деле много и других. Это страшная генерация, которую, в общем, с некоторым допущением можно называть людьми. И это не совсем люди. Они очень специальным образом отбирались, очень специальным образом подготавливались. Это люди с обязательным таким несколько маниакальным типом мышления. Люди, для которых нету ограничений в, так сказать, в возможности использования инструментов для достижения поставленной цели. Сначала поставленной там партией и правительством, а потом цели ставились сами чекисты, себе ставили цели и добивались их.
это очень опасная, почти нечеловеческая генерация. Удивительно, удивительно, как это все повернулось, и как, в общем, ощущение у меня, жившего в то время, что страна как бы как боксер на ринге, на рынке, говорка по Фрейду, как боксер на ринге, уворачивалась от ударов, вроде бы были какие-то удачные нырки, были какие-то удачные ответы, настроение народонаселения поднималось и падало. Но в результате вот все-таки эта орда, так сказать, она в кавычках, как говорят, коллективный Запад, коллективный там то все, вот эта коллективная орда, она все-таки взяла свое как наименьший общий знаменатель над исходом истории в России, и получается сейчас ее влияние в мире тоже трудно оспаривать, хотя я думаю, что оно будет падать, безусловно, потому что это... Я, по-моему, рассказывал, Юр, вам за неделю до начала войны, за 10 дней, я выступал с лекцией и в Пенсильвании. И рассказывал им всякие ужасы, которые могут произойти в связи с действиями Путина. И один из профессоров мне говорил, что это там страшилки, придумано. А потом это произошло. Вы ему позвонили? Он мне позвонил и восхитился тем, как я предвижу события. Вот. Это не, вот сегодня, очевидно, происходит недооценка этого явления, вот этого чекизма, этой новой силы, которая возникла на территории России, она готовит еще очень много сюрпризов человечеству. И совершенно очевидна недооценка опасности этого явления. И вот это желание не обижать Путина, не ставить его в безвыходное положение, при том, что он шантажирует мир голодом, ядерной войной, ну чем только не шантажирует. Понимаете, то есть это... Уже такое... Африка к нему на поклон пришла, эти украденные корабли с зерном украинским курсируют вдоль берега Африки и ищут, кому продать подороже это украденный хлеб Украины. Это весь мир об этом знает, что бы там они не думали об этом в России, но люди знают об этом. Да, весь мир об этом знает и, к сожалению, смиряется с этим. Вот это меня больше всего беспокоит. Понимаете, когда Шольц говорит, что нельзя допустить, чтобы Украина разгромила Путина, чтобы нанесла ему слишком серьезный ущерб. И когда президент Франции говорит, что нельзя ставить Путина в безвыходное положение, и президент Соединенных Штатов предлагает думать о выходе для Путина, меня это больше пугает даже, чем то, что делает сам Путин. Да, мы как бы рассчитываем на то, что вот эти вот канаты, на которых держится российский батут, они на одном конце они привязаны к батуту, а другим концом они привязаны к каким-то цивилизационным столпам, которые не дадут этому батуту в конце концов разлететься и разнести все вокруг. Но получается, что столбы сегодня какие-то очень неверные, и слава богу, мы об этом говорили сегодня утром, что удержался Борис Джонсон, к нему есть как бы свои претензии и у британцев, и особенно у тех, кто знает его, так сказать, масть, его породу, его биографию, масса претензий к нему, и в частности, мой друг Саша Бут, одна из самых больших претензий – это то, что он не воспрепятствовал, чтобы сыну Александра Лебедева, который
олигарх и мультимиллиардер, и владелец, совладелец «Новой газеты», бывший нынешний, не знаю, и абсолютно точно текущий владелец двух британских газет, ему дали звание, звание лорда. Да, я знаю. И это для него был вообще последний, как бы, элемент. Причем его отец офицер КГБ. Да, да, офицер КГБ, который умный, очень проницательный человек, инвестировавший в перестроечные, в прогрессивные, в хорошем смысле слова, издания. Я с удовольствием читаю «Новую газету», если вы сегодня ее читал раньше, если вы сегодня попробуете ее прочесть, это полное затемнение. Она занимается в основном только расследованием покушения на Дмитрия Муратова и ее редактора, получившего в этом году Нобелевскую премию, или в прошлом году, ну, совсем недавно. И они это расследуют только потому, что никто не хочет этим заниматься. Вся газета практически рассеяна по миру. Все сотрудники этой газеты, они появляются у Юлии Латыниной, они появляются там и сям, но это все уничтожено, и никакой Лебедев, никакой гибист не смог это все сохранить и объяснить им, что надо лечь под Владимира Владимировича, надо лечь под эту вот машину, построенную в результате. Ну, «Новая газета» — это интересный тоже феномен. Это феномен непротивления злу. Это феномен отсутствие протеста. Это попытка выживать вместе вот с этой властью, не сопротивляться ей. Но, видите, делать вид... Да. Продолжайте, кстати. Делать вид, что все нормально, что так жить можно, когда убивают журналистов. Ну, они расследовали все время. Это была их... Анна Политковская, это была их сотрудница, в частности, и как бы такой флагман их журналистского состава. Я тут с вами не соглашусь. Они находились на переднем крае российской журналистики, ну, мейнстрим журналистики, но все равно то, что они делали, было очень качественно. И я хочу сказать также, что... это было очень современно. Они все время переустраивали свой подачу своего материала. Но они также и жили вот в этой парадигме, если можно сказать такое слово, которую создал путинский режим. И люди в это поверили, и они его приняли за свою собственную мысль. Сказали, что у нас власть отдельно, а народ отдельно. Вот наши власти, наши олигархи, они живут по-своему, они вам будут давать, только вы не лезьте к ним. А вы там у себя внизу, вы хотите, кувыркаетесь там, усваиваете какие-то идеи, устраиваете свои хэппининги. Вы даже можете поехать за границу, работать, потому что мы знаем, что все равно вы деньги пришлете своим родителям сюда, и своим друзьям будете помогать, и так или иначе вы с Россией будете связаны. То есть вот эта вот мысль о том, что народ и партия не едины, а они-то так вот раздвоены, она и в «Новой газете» тоже чувствовалась, потому что в меньшей степени у меня к ним как бы моральных претензий абсолютно нет и быть не может. Люди делали, как они это понимали. Мне запрещено было печататься в «Новой газете». Что вы сделали? Я несколько раз пытался там какой-то материал разместить. Это... выживание, понимаете, да. То, что да, было с «Новой газеты», это выживание в условиях авторитаризма, жесточайшая самоцензура, не дай бог неправильно назвать какое-то явление. Это, знаете, как в свое время в Советском Союзе было такое... поветрие, там вот вступить в партию, в коммунистическую, для того, чтобы улучшить эту партию. Ну, так у нас и тоже говорят, стать демократом, да. Да, и люди вступали в партию, чтобы количество подонков стало меньше, а количество подонков увеличилось. Это выживание.
Понимаете, называть это полноценной журналистикой я бы не стал. Хотя, у меня так сильно сочувствие к тем людям, которые продолжают жить в этой, как вы сказали, парадигме и продолжают называть себя журналистами, что так сильно я им сочувствую, что обвинять их в чем-то мне не хочется. Да, но они, как я понимаю, в общем, разъехались из России, потому что у них слишком, видимо, уже биография интересная для властей образовалась, и они не хотят идти в фарватере русского военного корабля со всеми остальными, в чем их совершенно невозможно не поддержать. Я хочу обнародовать, вот, с вашего согласия любезного, небольшое письмо, часть ответа, который мне прислал Михаил Веллер, писатель, наш любимец, любимец интернета, я бы сказал, человек необычайной силы, характера и слова, владеющий словом, владеющий историческими цифрами и фактами, с которым трудно не соглашаться. И, дорогие друзья, вот зачитаю один просто абзац из его имейла ко мне. Мы, я надеюсь, скоро увидимся в нашей программе. Здесь пишет он мне: «Дорогой Юрий, рад приветствовать вас любимым из моих приветствий. Гамар Джоба, побеждай. Грузины многое понимают в жизни. Поздравляю вас с успехом и очень за вас рад. Представьте себя танком, на башне которого нарисована улыбка, а в казенник заряжен бронебойный. И пусть Конгресс будет ваш». Да. Вот такая метафора, за которую... Да, да, да. Будь она на английском языке, а мне бы не поздоровилась, конечно. Мы все очень надеемся, что наши усилия не пропадут в туне. Друзья, что вы чего-то добьетесь. Абсолютно. Потому нет. Что нам очень хотелось бы иметь своего представителя во власти в Соединенных Штатах, такого сильного, умного, красивого человека, как вы. Но это покажет сегодняшняя фотосессия, что там на пленке видно. Сегодня я снимался для печатной продукции. Сделали такой вот апдейт мне, моей внешности, и мы посмотрим, что из этого будет, так сказать, работать на нашу идею. Ну, заранее я могу заранее сказать, что это все будет великолепно, роскошно, прекрасно, и ваша жена будет страдать, потому что вы будете слишком красивым на этих фотографиях. Спасибо, Константин. И от жены моей тоже спасибо. Ну, друзья мои, короче говоря, отметая шутки. Кстати, Константин, он давно меня подталкивал в это дело. Я совершенно ни сном, ни духом. Я об этом уже говорил. Ни сном, ни духом я не собирался, в общем... Ну, как вам сказать, не собирался. Я после того, как проводил эфир, я думал, ну, хорошо, что дальше? Мы посидели, мы поговорили. Чего мы будем ждать, как бы, каких милостей от природы придется нам дожидаться. И, в общем, мысль о том, что была заронена, и когда мне было сделано предложение, я колебался просто считанные, то есть минуты, да, буквально. Я подумал, когда мне предложили это, попробовать себя в политике, с тем предлагают, конечно, как вы понимаете, тем, у кого... Есть небольшой, может быть, на сегодняшний день, но потенциал, потому что удалось добраться в предыдущей нашей политической кампании на городском уровне, нам удалось консолидировать русскоязычного избирателя здесь, в Южном Бруклине. И это очень было важно. Очень заметно, очень эффективно. Заметно, эффективно. И если мы в этот раз консолидируемся, то нам удача улыбнется. Улыбнется нам удача. Никто точно не знает, сколько нас есть. Разные организации предоставляют разные данные. От 120 до 200 тысяч. Кто-то говорит, 3 миллиона русских живет в Америке. 3 миллиона русскоязычных людей. Кто знает,
Сколько живет русскоязычных людей? Ну, надо стучаться во все надо эти сердца. Надо стучаться. Я должен сказать, что я сделал какие-то ограниченные очень движения пока, потому что у меня нечего дать людям. Вот у меня на этой неделе будет и брошюры, и у меня будет первый такой митинг 12 числа на Бордовке в 5 часов воскресенья. Приглашаю, кто в этом районе находится, приходите, поручкаемся. Будет открытка на память. Первый тираж 1000 штук. Такие брошюрочки. Вот половинка листа. Есть уже варианты. Уже отдали в печать. Следующий будет лучше, естественно. Будут уточнения. Но потом будут небольшие плакаты. Потом будут, в общем, то, что нужно делать в этих случаях. Все мы это изготовим с вашей помощью, друзья. Я всех приглашаю. Найти на Фейсбуке Euro4US. Будет веб-сайт, он будет euro4us.com, его еще пока нет. Я вот после передачи приобрету это место на сервере и закипит работа по установке веб-сайта по адресу euro4us.com. Но сейчас на Фейсбуке просто Euro4US вас приведет поиск этой простой и хлесткой фразы, этого хлесткого слова Euro4US приведет вас на мою страничку. Там бывают апдейты по поводу ситуации, как это все у меня движется, что я читаю, что я вижу. И это... Там есть возможность дать немножко денег, сколько вы найдете возможным. Ну, я как бы хочу, чтобы поддержали меня небольшими, но широкими, так сказать, цифрами. То есть много людей дали понемногу денег. Это действительно говорит о том, что компания... нужное, и что человек этот нужен на том посту, куда его выдвигают. Ну, нет возможности дать мне, к сожалению, миллионы долларов. Верхний предел — это 2900. Я не осмеливаюсь предложить людям даже приближаться к этому пределу. Я знаю, что сумма это большая, время сейчас непростое, но мне присылают и по 10, но и по 50 долларов. У вас есть какая-то долларов реклама? Уже есть что разместить? Я бы с удовольствием себя... разместил такой призыв помочь Юрию Дашевскому. Константин, я вам пришлю все, что у меня есть, мы посмотрим, но я бы подождал, пока у меня не появятся вот эти вот вещи неслыханного качества, новые фотографии, и вот это все должно быть. У меня есть электронная версия вот этих вот брошюр. Вы будете в бикини? Я не знаю, кого это привлечет. Вы думаете, это кого-то привлечет? Не знаю. Вы просто так вообще, говорите. Ну, я-то в этом, в городе Лос-Анджелесе, здесь. А я в Нью-Йорке. У нас довольно строго, несмотря на... У нас Pride Month происходит. Вы как с Pride Month дружите? Вы любите вообще яркие шествия? Ну, я спокойно к этому отношусь. Мне все нравится. Пока мне все нравится. У вас оживленная жизнь в этом отношении, да? Там, да. В Лос-Анджелесе там все это кипит. И... Я тут недавно видел шествие фашистов. Так, очень в бикини? Удивился. В бикини? Нет, чем они вас привлекли? Ну, просто небольшая группа, их охраняла полиция. Чего-то они требовали, что-то кричали. Ну, они как-то внешне отличались. Они были с фашистскими флагами. Да. У них свастика была в наличии. Угу. Вот такое новое для меня явление. Но... Много человек? Нет, маленькая группа. Что-то они такое демонстрировали. Им нужно было продемонстрировать. Такое локальное какое-то шествие. Они прошли пару кварталов, потом разошлись. Угу. Ну, вот такая демонстрация свободы слова, друзья. Полиция охраняет. Да. А как вы относитесь к тому, что начнется завтра у нас в 8 часов наш этот самый, как его называли, процесс, кавкианский процесс над людьми, то есть, ну, пытаются, конечно, это процесс по поводу 6 января 2021 года, когда люди, пришедшие в Капитолий, очень немногие из них прошли внутрь Капитолия, говорят, что-то сломали, говорят, что-то разбили, убили женщину одну, убили женщину другую,
убили Эшли Бэббит, как мы видели все, и как мы об этом говорим. Меньше внимания Роуз Бойланд, женщине тоже молодой, которая, как говорили, скончалась. Сначала говорили, что она наркотики принимала, потом сказали, что у нее сердце не выдержало. А потом появились и кадры, где женщина-полицейская бьет ее дубинкой довольно исступленно в толпе. Она лежит на земле, она упала. Видимо, это была какая-то комбинация ее физического состояния и возбуждения. Она упала, и вот таким вот образом над ней работала эта полицейская. Ну, мы посмотрим. Завтра в 8 часов начинается процесс по поводу того, что это было и как якобы такая установка организаторов этого процесса, комиссии специально созданной. Установка такова, что это было сделано Трампом и его подручными, подручных, о них мы тоже говорили, уже их вызывают, их одевают наручники, надевают кандалы на них, на ноги, как самым тяжелым преступникам, но ненадолго. Потом их освобождают под залог. Но демонстрация силы, попытка пригнуть человека, чего, в общем, в Америке не приветствовалось никогда. Я честно вам скажу, я не припомню в предыдущих администрациях, особенно при Буше, скажем, чтобы политического противника взяли и заковали в кандалы для камер просто. Но это пропагандистская кампания, Юр. Демократы используют все возможности для того, чтобы... Я продолжаю слушать мое радио, которое борется всеми возможными способами с трампизмом, с... как только они это не называют, с капитализмом, возмущаются, что в Соединенных Штатах есть антикоммунисты. Вот. Ну, пропагандистская кампания социалистов по существу, социалистической партии. Демократическая партия – это социалистическая партия. Да, но они уже зашкаливают. Вот сейчас, буквально сегодня, по-моему, у вас в Калифорнии пытаются отозвать вашего генпрокурора, и в Сан-Франциско аналогичный процесс пытаются отозвать этих экстремистов, ведущих просто города и штат в целом под откос это совершенно неприемлемым формате, скажем так. Этого нельзя допускать. Люди считают, что они поставлены, выбраны на пост для того, чтобы завести Америку просто в преисподнюю, уничтожить страну. У нас тоже есть такой же прокурор в Нью-Йорке, и над ним работают тоже. Если у нас перевыборы состоятся губернатора, если у нас будет не Хокл, Кэти Хокл, который у нас сейчас есть, и станет и на это место Ли Зелден, республиканец, то можно не сомневаться, что очень многие функционеры будут смещены, потому что губернатор имеет право изгнать людей, не соответствующих своей должности, и, в общем, граждане к этому очень даже готовы и очень даже к этому призывают. Конечно, говорить о том, что Ньюсом может какого-то демократа сместить из-за того, что выгнать с работы, из-за того, что тот чересчур демократ, так, в общем, не бывает, наверное, в Калифорнии. Ну, бывает наоборот. Бывает сбор денег для этих грабителей, освобождение их под залог. Те, кто совершали вот эти страшные преступления и убийства, никто не осужден. Все отпущены, все прощены. Это такое, ну, странное явление, которое произошло. И ясно было, что демократическая партия способствовала тогда вот этому разгулу преступности, этим поджогам, грабежам. Да. И это плохой пример из истории Соединенных Штатов. Плохой будем президент. Надеяться, да, будем надеяться, что когда-нибудь это все-таки будет исследовано,
не так, как 6 января, вот, а по-честному. Константин Натанович, огромное вам спасибо, что вы отозвались и вот в такой неурочный день нашли время, чтобы прийти к нам и рассказать о той истории, которую мы, то, о чем мы знали понаслышке, вы нам рассказали в замечательных и живописных деталях, как всегда. Огромное вам спасибо. Мне приятно. Дорогие... Юра, я это делаю для того, чтобы у вас было побольше сторонников, и чтобы у нас был свой представитель во власти. Я мечтаю об этом. Да. У нас, у всех, да, нам всем не хватает. Мне тоже не хватает своего представителя во власти. Я думаю, что я таким образом и свои собственные тоже, то, как я вижу курс страны, то, как я вижу направление, куда Америка хотелось бы, чтобы двигалась, по крайней мере, не исходила с того курса, который был проложен задолго до нашего рождения и появления здесь, чтобы этот курс оставался, потому что это то, что работает. Друзья мои, будем надеяться. Да, друзья мои, да, не забываем про мою кампанию, не забываем про мой канал, и я с нетерпением жду встречи с вами завтра утром. Константин, спасибо огромное. Спасибо вам, Ю. Dun 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 d